истинный и воскресший, у каждого свой путь. Так говорит истинный и воскресший. Ваша вера в меня не спасает вас. Если вы думаете, что вы избрали меня, это не так. Я сам избрал себе детей своих, верующих в меня моей верой. Поэтому многие ужаснутся, когда предстанут в вечности пред троном моим, и им это будет сказано. В каждом человеке от природы есть некая богобоязненность, которая без духа моего превращается в идолопоклонство. Когда думают, что Бог любит равно всех, это подобно пантеизму. В Древнем Риме к собранию верующих не мог примкнуть тот, кто не был предизбран Духом Святым. За это римляне называли христиан зловредным суеверием и сектой, потому что язычники верили, что можно умилостивить богов своими жертвоприношениями. Хотя еще в греческих трагедиях я указывал, что у каждого свой путь. Так и Эдип не смог избежать своей судьбы. Когда же христианство распространилось среди язычников и во многих государствах стало основной религией, предизбранность от Духа Святого была отвергнута. Но я совершил это для того, чтобы избранные не получили свой венец на земле. Павел писал в Писании, что верующие на земле, которым я открыл спасение, приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. И это есть церковь моя, привитая к небесной смоковнице, и не к земным престолам, но к престолу Бога вечного и живого. Я люблю тех, кого я предизбрал. Аминь. Я сам избрал себе детей своих, верующих в меня моей верой.